Дорогие друзья, начинаем 70-й выпуск программы «Дом культуры». «21 сентября 1866 года в Лондоне родился Герберт Уэллс, выдающийся английский писатель, автор знаменитых научно-фантастических романов и сочинений социально-философского характера, а также многочисленных статей, которые сыграли значительную роль в популяризации социализма и бесклассового общества. Уэллса я стал читать в школьные годы, как и многие мои сверстники, потому что он писал научную фантастику. Что касается реалистических произведений писателя, то они интересовали нас гораздо меньше». А поскольку во второй половине жизни Уэллс целиком перешел на публицистику и реалистическую прозу, то своей славе писателя, предсказателя научных открытий, технических изобретений и перемен в сознании он обязан своей творческой молодости. Так, например, в своем романе «Машина времени», опубликованном в 1895 году, Уэллс утверждал, что окружающий нас мир представляет собой четырехмерное пространство-время. То есть еще за 10 лет до Эйнштейна он предположил, что время – относительное понятие, а не абсолютное, как думали до этого. В романе «Война миров» он впервые описал войну с применением отравляющих газов. В романах «Когда спящий проснется» и «Война в воздухе» он описал оружие, которое уничтожает объекты с помощью луча, подобно лазеру. А в романе «Война будущего» он описал бомбу, основанную на расщеплении атома, и впервые назвал ее атомной бомбой. Кроме того, в этом же романе, опубликованном в 1914 году, он предположил новую мировую войну, которая возникнет в 40-е годы 20 века. Кроме этого, Уэллс предложил миру множество терминов, которые прочно вошли в наш лексикон, художественную литературу, науку, такие как параллельные миры, антигравитация. Помимо всего прочего, он обладал богатым воображением, ярким художественным талантом. После этого я приступаю к рассказу о жизни писателя. Отец Герберта, Джозеф Уэллс, работал садовником в богатом поместье, а его мать, Сара Нил, была там горничной. Герберт был четвертым, самым младшим ребенком в семье. И к моменту его рождения его родители стали владельцами небольшой лавки фарфоровых изделий. Правда, торговля в ней почти не приносила дохода, и семья жила в основном на деньги, которые его отец, будучи профессиональным игроком в крикет, приносил своей игрой. Надо сказать, что игра в крикет, которая возникла в Англии в 17 веке, в середине 19-го, стала настолько популярной, что распространилась по всей Британской империи. И имя Джозефа Уэллса, как знаменитого игрока в крикет, стало известно по всей Англии. Вероятно, отец, будучи сильным мужчиной, со спортивными мозгами, хотел и Герберта приучить к спорту, к игре. Однако в 8-летнем возрасте Герберту, по его собственному выражению, посчастливилось сломать ногу. Это избавило его от намерений отца. Долгое время находясь в гипсе, он пристрастился к чтению. Это пробудило его фантазию. Он стал выдумывать всякие истории и даже пытался записывать их на бумагу. Примерно в это же время Герберт поступает в коммерческую школу мистера Морли, где его должны были научить профессии торговца. Но когда ему исполнилось 13, отец сломал бедро, и с игрой в крикет было покончено. Семья оказалась в трудном материальном положении, и Герберту пришлось подрабатывать в мануфактурной лавке, в аптеке. При этом он продолжал учиться в Королевском колледже наук, чтобы по окончании его получить хорошо оплачиваемую должность. К этому времени относится первая влюбленность Герберта. И здесь я хочу остановиться на взаимоотношениях Уэллса с женщинами, которые занимали важное место в его жизни. Ведь к началу 20 века он считался главным дон-жуаном Лондона. При этом он обладал совсем неподходящей для этого внешностью. Его рост был ниже среднего, он был полноват, обладал высоким, даже визгливым голосом. Но, несмотря на эти недостатки, он был живым, интересным собеседником, способным увлечь женщину своим красноречием и чувством юмора. И не последнюю роль в этом играла, конечно, быстро растущая слава его как писателя и репутация Дон Жуана. А началось его увлечение женщинами в 1886 году, когда он, будучи студентом Королевского колледжа, снимал комнату у подруги матери. У нее была дочь Изабелла, красивая девушка примерно одного с ним возраста. По утрам они вместе выходили из дому, а по вечерам он встречал ее после ее работы. Иногда они вместе ходили на художественные выставки. Вскоре им очень понравилось обниматься и целоваться в темных подъездах, а иногда и дома, когда никого не было. Но о женитьбе не приходилось даже думать, ни у него, ни у нее не было ни гроша за душой. А когда он провалил выпускные экзамены в Королевском колледже, то надежда на будущее счастье вообще угасла. После этого Уэллс уехал в город Холт, в Северном Уэльсе, где по переписке нашел место школьного учителя. И здесь у него сразу возник
новый роман с местной учительницей Энни Мередит. Она была дочерью пастора, очень хороша собой и очень начитана. Молодым людям было интересно друг с другом. Но их постоянные встречи омрачали его шуточки о Боге и о монархии. Она терпеть их не могла, и в результате это, в конце концов, стало причиной их разрыва. В пожилом возрасте Энни Мередит, вспоминая о своих взаимоотношениях с Уэллсом, писала, что она порвала с ним из-за того, что не могла видеть рядом с собой атеиста и социалиста. На самом деле причина была в другом. Она не верила в будущее Уэллса. Он говорил ей постоянно о том, что его ждет мировая слава, что он будет очень знаменитым. Она ему не верила, и самолюбивый Уэллс порвал с ней отношения. Из Холта Уэллс возвратился в Лондон и вновь встретился с Изабеллой Мэри, которая, как выяснилось, его по-прежнему любит. В 1891 году молодые люди поженились, и Изабелла стала законной женой Уэллса. Но после женитьбы он не перестал интересоваться всеми хорошенькими женщинами, которых встречал на своем пути, и частенько изменял Изабелле, не испытывая при этом никаких угрызений совести. Что касается его писательской карьеры, то она началась примерно в это же время. Вскоре после женитьбы он получил 2 научных звания по биологии, некоторое время преподавал в школе точной науки, и в это же время стал активно заниматься журналистикой, постоянно публикуя в журналах свои рассказы и научно-популяризаторские статьи. И здесь хочется остановиться на его социально-философских воззрениях и интересах, которые проявились довольно рано. В годы обучения в Королевском колледже Уэллс увлекся идеями социализма, но к учению Маркса относился скептически. Он представлял себе будущее человечества как некий демократический социализм. Свои взгляды на это он изложил в студенческом реферате, который назывался «Уэллсовский план по организации нового общества». Этот реферат он опубликовал в журнале Королевской академии. Там были такие слова: «Маркс был за освобождение рабочего класса, а я стою за его уничтожение». То есть он, конечно, не имел в виду уничтожение физическое рабочих, а он говорил об уничтожении понятия «рабочий класс», так как ратовал за равенство всех форм труда и всех трудящихся. В начале 1900 года он вступил в так называемый «клуб взаимодействия», который был организован Бернардом Шоу. Этот клуб представлял собой площадку, объединяющую молодых людей, исповедующих идеи социализма и стремящихся овладеть рычагами власти. Клуб взаимодействия был частью фабианского общества. Это общество объединяло социалистов Англии и в начале 20 века было самой популярной и влиятельной организацией. Члены фабианского общества ратовали за постепенное преобразование общества в духе социализма, без всяких революционных потрясений. Через 6 лет Уэллс вышел из фабианского общества. Правда, он и до этого постоянно отчаянно спорил с его членами, отстаивая независимость своих взглядов, которые у него менялись чаще, чем у других. Детей у Уэллса с Изабеллой не было, и через 4 года они развелись. А еще через год он женился во второй раз на Эми Кэтрин Робинс. Она родила ему 2 сыновей. Уэллс очень любил вторую жену. Он считал ее мудрой женщиной, очень считался с ее мнением, и вместе они прожили до 1928 года, когда Эми Кэтрин умерла от рака. Ее смерть потрясла Уэллса, он был безутешен и писал: «Ума не приложу, чем бы я был без нее». Интерес к России проявился у Уэллса в молодости, благодаря русской литературе, которая ставила вопросы о смысле жизни, о социальной справедливости, близкие к исканиям будущего писателя. В первый раз он побывал в России в 1914-м, перед самой войной. Он пробыл там 2 недели, побывав в Санкт-Петербурге, в Москве, познакомился с этими городами, с русскими жителями. И это наполнило его такими яркими впечатлениями, что, возвратившись в Лондон, он предложил ввести русский язык как 3-й иностранный в школах, помимо французского и немецкого. А после большевистского переворота в октябре 1917 года интерес Уэллса к России еще более возрос. В 1920 году в Лондон приехала советская делегация. Уэллс встретился с ней и принял приглашение от члена Политбюро ЦК Льва Каменева побывать в России. В этом же году, в сентябре, он прибыл в революционный Петроград. Оттуда в Москву, где встретился с Лениным. И свою встречу он подробно описал в книге «Россия во мгле». Надо сказать, что эта встреча Уэллса с Лениным стала сценой знаменитой советской пьесы Николая Погодина «Кремлевские куранты», написанной им в 1939 году. А в 1994
мы с кинодраматургом Аркадием Тягаем по заказу театра на Литейном в Санкт-Петербурге написали комедийную пародию на эту пьесу под названием «Кремлевские куранты» или «Приезжайте к нам лет через эдак». В том же году я поставил этот спектакль в театре на Литейном, он пользовался большим успехом у петербургских зрителей. Об этом свидетельствует мой разговор с Дмитрием Быковым в его передаче «Сити-шоу». А можно вообще немножко поподробнее для тех, кто не видел, что это за картина и в чем ее особенность? Спектакль. Да, спектакль. То есть, ну, дело в том, что... Это, в общем, по кремлевским курантам. Я-то видел. Да, да, да. Это еще, это было в театре комедии. Это было в театре драмы и комедии, да, в Петербурге. Да. Ко мне обратилось начальство театра, руководители, и сказали, не хотел бы я что-нибудь такое озорное там на сцене сделать. Я подумал... И мне пришла в голову мысль тогда, касающаяся возможности сделать пародию на знаменитую когда-то пьесу «Кремлевские куранты» Погодина. И там... хорошую пьесу, я должен вам сказать. Ну, надо сказать, что там ведь выход какой был. «Кремлевские куранты» — символ страны. Да. Они не работают, не бьют, не идут. И Ленин, который сидит у себя в Кремле, помимо всех прочих забот, которые связаны вообще в то время, послереволюционное, он озабочен еще тем, как завести эти «Кремлевские куранты» как символ жизни страны. Конечно. Вот эта тема показала... Казалось мне очень актуальной, интересной. И на нее мы сделали, в общем, пародийный спектакль. Очень смешно. Да, такой в брехтовской манере. Там было два Ленина. Два Ленина. Один современный, другой. Один звал к капитализму, другой прежний звал к социализму. Они с тобой чуть ли не дрались, танцевали. В общем, там было много забавных вещей. Чечетка. Ленин стрелял, я помню, там в шалаше жило все политбюро. Когда Ленин стрелял вверх, оттуда падал лось. Сверху, когда он стрелял в птицу, к нему приезжал. Там музыка была, там же много было музыки смешной. Это я делал музыку. Ой, да, молодцы, ну у вас же есть музыкальное образование. Но люди звереют и петь не умеют. Их обучим и наставим, припанов и всех заставим. Хороша ты, наша радость невозможная. Под музыку мы будем все трудиться. Пускай звучат симфонии для нас. А чтобы после дел повеселиться, помогут нам и мюзикл, и джаз. Всей страной на зависть иностранцам мы кантаты запоем. Первым делом все на танцы. А кантаты все потом. Но люди махуют и скверно танцуют. Их обучим и наставим, петь по нотам всех заставим. Хороша ты наша радость всевозможная. В 1934 году Уэллс вновь побывал в России, которая теперь называлась СССР. Он был принят Сталином и так отозвался об этой встрече. Сталин оказался прост и свободен в общении. Хитроумной, лукавой цепкости, отличавшей Ленина, в нем нет и в помине. Он догматик, прошедший добротную марксистско-ленинскую школу. Вот так критично, с высоты своего интеллекта, Уэллс отозвался о советском лидере, который на самом деле оказался куда хитроумнее английского писателя и вызвал у него именно то впечатление, которое планировал. В результате этой встречи Уэллс писал: «Я никогда не встречал более искреннего, прямолинейного и честного человека. Именно благодаря этим качествам он обладает такой огромной, неоспоримой властью в России. До нашей встречи я думал, что он, вероятнее всего, занимает такое положение, потому что его боятся. Теперь же я понимаю, что его не боятся, ему доверяют». Читая эти строки, я вспомнил слова американского президента Джорджа Буша-младшего после его встречи с президентом Путиным. «Я заглянул в душу Путина и поверил ему». Чувствуется все-таки сталинская школа, школа КГБ. Эти люди никогда не говорят правды. Они всегда правдиво лгут и им верят. И не только простаки, но и такие умники, как Уэллс и Буш. Герберт Уэллс умер 13 августа 1946 года в своем лондонском доме на Ганновер-сквер. Он не дожил немногим более месяца до своего 80-летия. По завещанию его сыновья кремировали его тело и развеяли прах над Темзой. А еще до того, как он решил быть сожженным, он хотел, чтобы в качестве эпитафии на его могиле была высечена надпись: «Я вас предупреждал, проклятые вы дураки». Говоря о жизни Уэллса, я ничего почти не сказал о нем как о писателе, рассчитывая, что буду говорить о его литературе в связи с экранизациями его произведений. Самые эффектные его сюжеты были поставлены по много раз.
Но поскольку я прочитал их в школьные годы и никогда не испытывал желания их перечитать, то предпочитал смотреть фильмы, снятые по ним. А их довольно много. Фильмография весьма обширна. Первый фильм по роману «Первые люди на Луне» был поставлен в 1919 году. Это было немое кино, которое является классикой жанра. Это, можно сказать, начало проникновения кинематографа в жанр фантастики. После этого по этому же роману были поставлены еще две картины – в 1964 и в 2010 году. Но сегодня говорить о представлениях Уэллса о Луне и селенитах ее населяющих, которые он выразил в самом начале 20 века, в 1901 году, мне как-то смешно. Это было бы мне интересно, если бы я был бы младшим школьником начальных классов. Поэтому я предпочитаю обойти этот роман и приступить сразу к разговору о романе «Машина времени». Этот роман Уэллс написал в 1895 году на основе своего же рассказа, сочиненного в 1888. Он является первым произведением, которое повлекло за собой создание многих аналогов о путешествии во времени на машине времени. Герой, только что вернувшийся из своего путешествия во времени, которое длилось примерно полторы недели, рассказывает собеседникам о том, что он там увидел. Из Лондона он отправился на своей машине времени сразу в 201 702 год и столкнулся там с теми разумными существами, которые теперь живут на Земле. Это две касты. Одни из них называются Элои, другие – Марлоки. Элои – это интеллектуальная часть человечества, управляющая жизнью на Земле. А Марлоки – наиболее примитивная часть, которая сохранила лишь технические навыки для управления всякими механизмами и машинами. Марлоки тут же крадут машину времени, и герой отправляется на ее поиски. С ним здесь случается нечто похожее на любовный роман. Он спасает тонущую в реке молодую девушку из касты Элои, в то время как остальные Элои равнодушно наблюдают за ее утоплением. После этого девушка проникается к нему такой благодарностью, что буквально не отстает от него ни на шаг. Ему в результате удается разыскать свою машину времени, и на ней он отправляется еще в более далекое будущее, когда Солнце стало огромным красным гигантом. И на Земле не сохранилось разумной жизни, лишь одни огромные членистоногие. После этого он возвращается обратно в Лондон, на то же место, в то же время. И рассказывает собеседникам о том, что с ним приключилось. А они ему не верят. Думают, что все он это придумал. Тогда герой решает отправиться в новое путешествие, и чтобы в качестве доказательств привезти оттуда множество артефактов. Из этого нового путешествия он так и не возвращается. Вот таким мрачным мироощущением обладал Герберт Уэллс, социалист по убеждениям, который ставил своей задачей улучшать жизнь общества и приближать всячески счастливое будущее человечества. А его произведения мрачны, хотя и затягивает своими сюжетами, как затягивали и многих режиссеров, рассчитывавших обрести самую обширную зрительскую аудиторию. По «Машине времени» было снято три экранизации – в 1960-м, 1979 и 2002 году. Любопытно, что экранизация 2002 года была снята правнуком Герберта Уэллса, режиссером Саймоном Уэллсом. Что касается экранизации 1960 года, снятой Джорджем Пелом, то она получила Оскара за лучшие спецэффекты, которые сегодня, к сожалению, устарели и не производят того впечатления. А вот экранизация 1979 года, снятая Николасом Мейером, нахватало множество фестивальных призов на различных фестивалях. За лучший фильм, за лучшую режиссуру, за лучшее операторское искусство, за лучшие актерские работы. Поэтому я рекомендую его посмотреть любителям кинофантастики. Перехожу к роману «Остров доктора Мора». В двух словах напомню его сюжет. Знаменитый доктор Мора, великий вивисектор, не может осуществить своих идей в Лондоне, где из-за его жестокого обращения с животными и зверского отношения к ним его высылают вместе с его помощником Монтгомери на необитаемый остров. Здесь они в полной мере могут осуществить свои замыслы и превратить здешних животных в зверолюдей. Но неожиданно для них на остров приезжает некий Эдвард Прендик, который нарушает их планы, потому что сует нос во все, куда ему не нужно. В результате своих экспериментов доктор Мора и его помощник Монтгомери гибнут. Прендик возвращается к себе на родину, а зверолюди постепенно превращаются вновь в животных. Вот такой сюжет. По этому роману было поставлено три экранизации. Первая в 1932 году в США,
где в роли доктора Мора снялся Чарльз Лоутон. Фильм считался удачным, смотрелся с успехом зрителями, но сегодня он выглядит архаично. Две другие экранизации 1977 и 96 года считаются неудачными и провалились в прокате. Лично на меня самое большое впечатление произвел роман Уэллса «Человек-невидимка». Стать невидимкой – это была мечта любого подростка. Это позволило бы ему подглядывать за девочками. Ну, а для всех грабителей и воров мира стать невидимкой – это была мечта жизни. Это позволило бы им грабить дома, кассы, банки. Поэтому идея Уэллса об изобретении вещества, которое превращает органическую материю в невидимую, была чрезвычайно удачной. По этому роману было снято 4 экранизации. Удачными из них считаются первая, снятая в США в 1933 году режиссером Джеймсом Уэйлом, и шестисерийный фильм для телевидения 1984 года, снятый Брайаном Лайтхиллом, который считается самым приближенным к первоисточнику. А в 2000 году свою версию романа снял знаменитый режиссер Пол Верховен, автор «Основного инстинкта». И хотя критики ругали этот фильм, и сам Верховен был им недоволен, все же мастерство человека, который умеет сделать чрезвычайно эффектное, увлекательное зрелище, победили. Фильм посмотрели миллионы и миллионы зрителей, и я сам смотрел его с интересом. Пульс 165, давление 180 на 120. Себастьян, ты слышишь меня? На сердце. Себастьян! Не выдержит сердце! Дефибриллятор! Есть! Он входит в фазу смещения. Биоэлектрика в красной зоне! Постойте! Он исчезает. Пульс 180 держится ровно. Наконец, один из самых знаменитых романов Уэллса «Война миров», который рассказывает о нашествии марсиан и самой большой угрозе для жизни человечества. Он был опубликован в 1897 году, и с его интерпретациями связаны самые интересные события. В 1938 году на американском радио поставили радиопостановку «Война миров». Ее осуществил знаменитый режиссер Орсон Уэллс. Он выбрал для своей постановки форму прямого радиорепортажа. И когда радиослушатели услышали о высадке инопланетных кораблей на Землю, их охватила паника. Они выбежали из своих квартир, выбежали на улицу, стали прятаться по подвалам. Это стало самым скандальным и знаменитым событием в истории режиссуры. Но оно имело свое продолжение. В 1949 году в столице Эквадора хозяева здешней радиостанции решили повторить успех Орсона Уэллса и поставить спектакль «Война миров» в том же формате, что и предложил Уэллс. То есть в форме радиорепортажа. Но местные жители, люди гораздо более простодушные и горячие южане, восприняли это все за чистую монету. Они выбежали на площади города, а когда выяснили, что их обманули, пришли в такое негодование, что бросились к радиостанции, разгромили ее всю и убили там 6 человек. Вот такая война миров. Если у Уэллса главный герой романа был бездетным, то Спилберг делает его отцом двух детей – 10-летней дочери и 16-летнего сына. Это превращает героя из наблюдателя в страстного участника событий, который борется за жизнь и безопасность своих детей. Кроме того, Спилберг переносит действие романа в наши дни. Фильм поражает зрелищем гигантских ходящих башен марсиан, а также пугающими приспособлениями для поиска и умерщвления людей. В нем используются новейшие достижения компьютерной анимации. Это впечатляющее зрелище. Несмотря на то, что критика набросилась на Тома Круза, исполнителя главной роли, обвиняя его в невыразительности и назвав чуть ли не самым плохим актером года, я с критикой не согласен, считаю ее некомпетентной. Если бы он хлопотал лицом, они, наверное, нашли бы его игру более удачной. На самом деле, мужественная сдержанность Круза позволяет нам следить за более важными вещами в зрелище Стивена Спилберга. Самым эффектным по своей неожиданности я считаю финал этой истории, которую придумал сам Герберт Уэллс. Когда читателям романа и зрителям фильма становится ясно, что людям не справиться с марсианами,
из-за их технического превосходства, что человечеству уготована гибель, те вдруг перестают наступать. Марсиане начинают гибнуть один за другим, внезапно, по непонятной причине. Их главными врагами на Земле оказываются земные бактерии, с которыми они не в силах справиться. Это гениальная придумка Уэллса, в которой проявилась и его изобретательность, и его мудрость. На этом я завершаю свой разговор о замечательном изобретателе сюжетов, оригинальном мыслителе и очень неординарном человеке Герберте Уэллсе. «29 сентября 1571 года в городе Милане родился Микеланджело Меризи да Караваджо, великий итальянский художник в стиле барокко, считающийся реформатором итальянской живописи XVII века и основателем реализма в этом искусстве. С живописью Караваджо я познакомился еще школьником в Эрмитаже, в собрании которого была знаменитая картина художника «Лютнист». Помню, что когда я первый раз увидел эту картину, подумал, что произошла ошибка, и на табличке нужно было написать «лютнистка». Я видел, что на картине изображена хорошенькая молодая девушка. Во всяком случае, я был уверен, что моделью для лютниста послужила красивая молодая женщина, похожая на французскую актрису Лиа Аманда, которая играла Мерседес во французском фильме «Граф Монте-Кристо» с Жаном Море. Он шел у нас в конце 50-х годов. Позже, когда я учился в театральном институте, преподаватель истории и живописи рассказал нам, что на картине «Лютнист» и других картинах Караваджо он изобразил своего юного ученика, который лицом был похож на девушку. Я помню, это сообщение меня не только удивило, но и очень разочаровало, ведь я влюблялся в молодых красивых женщин на портретах в музеях. И теперь, глядя на «Лютниста», понимая, что на нем изображен мужчина, я испытывал чувство неловкости. Есть у меня и забавные воспоминания, связанные с именем художника. В 70-е годы мы с ленинградским поэтом Вячеславом Лейкиным руководили студенческим театром «Подорожник» в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта. Писали для театра всякие забавные пьески, сценки. Так вот, одним из неосуществленных проектов была пародия на популярную тогда телевизионную передачу «Что, где, когда». Знатокам надо было задавать самые нелепые, самые идиотские вопросы. Например, такой. Как звали великую корову итальянского возрождения? Правильный ответ был не менее идиотским, чем вопрос. Великую корову возрождения звали Джо. Корова Джо. Теперь перехожу к рассказам о художнике Караваджо. Микеланджело Меризи был сыном архитектора Фермо Меризи и его второй жены Лючии Аратори, дочери землевладельца из городка Караваджо, неподалеку от Милана. Отец работал управляющим у графа Франческо Сфорца да Караваджо. В 1576 году, когда мальчику было 5 лет, во время эпидемии чумы, отец и дед Меризи умерли. А мать с детьми переехала в городок Караваджо. И первыми покровителями будущего художника стали хозяева городка, герцог и герцогиня Колонна. В 1584 году в Милане Микеланджело Меризи пришел под мастерьем в мастерскую художника Петерцана, считавшегося учеником Тициана. С самого начала своего творчества Меризи предпочитал изображать тех, кого видит ежедневно. Соседей, знакомых, типажей из маргинальной среды. Его влекла реальность. Он любил реальных людей. Сам он, по воспоминаниям современников, производил впечатление человека неотесанного, с грубыми манерами. Облаченный в рубище, он носил его с демонстративным вызовом. Он презирал всякую собственность и ночевал, где придется. Изображал мальчишек, маргинальных типов, жалких бродяг, и при этом выглядел абсолютно счастливым. Таких людей из богемной среды обычно называют чернушники. Человек по натуре вздорный и вспыльчивый, Меризи с юных лет был скандалистом и дручуном, из-за этого часто оказывался в тюрьме. Но, будучи человеком неисправимым, выйдя оттуда, продолжал вести себя нецивилизованно. И это, в конце концов, привело его к трагической ситуации. В 1591 году 20-летний Меризи в ходе ссоры, возникшей во время карточной игры, зарезал кинжалом своего карточного партнера. Тем самым поставил себя в положение уголовного преступника, подлежащего суду и смертной казни. Он вынужден был бежать из Милана сначала в Венецию, затем в Рим. В Риме на него обратил внимание богатый магнат и собиратель живописи Пандольфо Пуччи, который поселил его в своем доме, обеспечил его существование и поручил делать копии с церковных картин. Благодаря традиции, существующей тогда в итальянской столице, все живописцы носили прозвища, связанные с местом их рождения. Так было с Веронезе, Корреджо,
В силу этого Микеланджело Меризи стал зваться Караваджо. В 1593 году 22-летний Караваджо приходит в мастерскую художника Чезаро Дарпино, который поручает ему писать на своих фресках цветы и листья. Здесь, в мастерской Дарпино, Караваджо знакомится с юным Марио Минити, который становится вскоре его учеником и моделью для многих картин, первой из которых является юноша с корзиной фруктов. В изображении этого римского юноши видна грубоватая красота и чувствуется любование им со стороны художника. Впрочем, Караваджо никогда не скрывал своей гомосексуальной ориентации, и все молодые люди на его полотнах, будь то уличный торговец, музыкант, античный бог или простодушный щеголь, внимающий цыганки на картине «Гадалка», все они выражают однополую любовь художника. Эта страстная неукротимость натуры Караваджо проявлялась не только в его творчестве, но и в поведении. После очередной драки он попадает в тюрьму Тор-Динона, где происходит его встреча с другим заключенным – Джордано Бруно, выдающимся мыслителем эпохи Возрождения, который был сожжен на костре Инквизиции за свои убеждения. После тюрьмы Караваджо заболевает римской лихорадкой, как тогда называли малярию. Он проводит в госпитале несколько месяцев, находясь между жизнью и смертью. Вероятно, в связи с тяжелыми впечатлениями от этой болезни он пишет картину «Больной Вак», которую принято считать автопортретом художника. Свои первые многофигурные картины Караваджо написал в 1594 году. Это «Шулеры» и «Гадалка», о которой я говорил выше. Эта «Гадалка» произвела такое сильное впечатление на французского художника Жоржа де Латура, что он под влиянием ее написал свою «Гадалку», примерно с такой же композицией. Я видел подлинник картины де Латура в музее Метрополитен. Она восхитительна. И рассказ о гениальном художнике Жорже де Латуре еще ждет своей очереди. А Караваджо продолжал между тем рисовать своего любимца Марио Минити. Его мы можем увидеть на картинах «Мальчик, укушенный ящерицей» и «Музыканты», на которой рядом с Марио он изобразил себя, а за ними поместил Амура с виноградом, что подтверждает любовные отношения между художником и моделью. В 1596 году Караваджо пишет свою «Корзину с фруктами», которая, как это ни удивительно, явилась первым натюрмортом в истории итальянской живописи. До этого там натюрмортов не писали. В это же время он создает своего лютниста, о котором я говорил в самом начале. Рядом с женоподобным юношей помещена партитура известного в ту пору мадригала со словами «Вы знаете, что я люблю вас». Вероятно, эти слова посвящены новому предмету обожания художника. В это время имя Караваджо становится все более популярным. Он получает многочисленные заказы на копии своих знаменитых картин «Гадалка» и «Лютнист». Но самую большую славу художнику приносят его картины на библейские темы. Новаторской в этом плане является его картина «Отдых на пути в Египет». Главное достоинство картины – световоздушная среда, создающая атмосферу поэтичности и покоя, дополняемая скромным пейзажем с тростником, осокой у водной глади, серебристыми тополями на фоне холмистой гряды и вечереющего неба. А это первый женский образ, созданный Караваджо – «Кающаяся Мария Магдалина». Это удивительная картина. Художник не демонстрирует свою героиню зрителю в самом выгодном для нее ракурсе. Наоборот, он пишет ее с поникшей головой, полуотвернувшейся, из-за чего мы не вполне можем разглядеть ее лица. Магдалина глубоко погружена в себя, глаза ее закрыты, руки словно что-то обнимают, невидимое для нас, но очень значимое для нее. Рядом с женщиной на полу разорванные и брошенные ею драгоценности, которые вдруг перестали быть ей дороги. Потому что после встречи с Христом в ней начинает происходить переоценка ценностей. Она встанет после этого раздумья другим человеком. Эта картина, в которой художник выразил момент внутреннего преображения героини, вызывает у меня ассоциации с другим произведением искусства, со скульптурой Огюсто Родена «Бронзовый век». Здесь Роден, так же как и Караваджо, изобразил момент прозрения. Еще мгновение, и первобытный человек превратится в гомо сапиенс, человека разумного. Ну а в случае с Магдалиной мы видим, как блудница превращается в самую верную и преданную подругу Христа и его учения. Надо сказать, что современники художника были очень чуткими ценителями авторского замысла и понимателями его.
они сразу оценили новизну этого произведения и в плане содержания, и в плане живописи. Вслед за Магдалиной появилась святая Екатерина Александрийская. История этой героини такова. Екатерина была молодая, непорочная, очень красивая и очень образованная девушка, которая сумела силой своего убеждения очень многих обратить в христианство. За это римский император Максимин, который был ярым врагом христианства, повелел казнить ее на колесе с шипами. Но едва Екатерину подвели к этому колесу, она прикоснулась к нему своим стилом. Стило – это железная ручка для написания на глиняных дощечках. И тут произошло чудо. На глазах у всех колесо развалилось на части. Екатерину все равно казнили, ей отрубили голову. Но после смерти ее стали почитать как святую. И сегодня святая Екатерина является покровительницей библиотек. На картине мы видим очень красивую молодую женщину, в которой современники художника сразу признали известную римскую проститутку Филиппе Меландрони, у которой с Караваджо был бурный любовный роман. То есть он был бисексуал. Ему нравились не только красивые юноши, но и красивые женщины. Свою любовницу Караваджо изобразила на картине «Марфа и Мария». Марфа и Мария – это родные сестры. Марфа и Мария Магдалина. Но если Мария Магдалина – проститутка, то Марфа была целомудренной и богобоязненной женщиной. На картине она упрекает свою сестру в распутстве, а Мария в ответ показывает ей зеркало, мол, на себя посмотри. Если у Марии мы узнаем Филиппе Меландрони, то в качестве модели для Марфы послужила другая проститутка – Анна Бьянкини, которая была моделью для кающейся Магдалины. Таким образом, мы видим, что Караваджо очень влекли к себе куртизанки. И не только своей привлекательной внешностью, но какой-то свободой, раскованностью, естественностью, которая выгодно отличала их от богатых сеньор, закованных в сословные предрассудки. Можно сказать, что Караваджо заполнил римские церкви и богатые дома изображениями римских проституток, которых выдавал за святых. Я думаю, что это лучшее средство от религиозного фанатизма и глупости. Красавицу Меландрони мы видим также на картине «Юдифь, обезглавливающая Олоферна». Напомню этот библейский сюжет. Олоферн был вавилонским полководцем, армия которого осадила иудейский город, а в нем проживала молодая красивая вдова Юдифь. Враги были жестоки и беспощадны, и у горожан не оставалось никакой надежды на спасение. Тогда Юдифь, одевшись в красивые одежды и взяв с собой служанку, отправилась в стан врага. Пришла в шатер к Олоферну, сумела соблазнить его, и когда он заснул, опьяненный вином, она взяла у служанки заранее приготовленный остро отточенный меч и отсекла ему голову. Враги, оказавшись без полководца, в панике разбежались, а Юдифь возвратилась в свой город и стала героиней на все последующие времена. Эта картина пользовалась колоссальным успехом у современников, потому что любовь Караваджо к натуралистическим деталям вызывала острый интерес, острое ощущение у зрителя. Картину хотели видеть сотни, тысячи людей. Многие хотели приобрести ее, те, кто был побогаче. И художнику приходилось постоянно делать копии с нее. Вернее, даже не копии, а варианты, потому что каждый последующий отличался от предыдущего. Позами персонажей, одеждой, деталями. Как, например, тот, что был недавно совсем найден на чердаке старинного римского дома среди хлама. Вот этот вариант. Как видим, здесь картина отличается от первой. Но, видя и тот, и другой, я испытываю чувство неудовлетворения. У меня есть большие претензии по части правды и достоверности, которой так стремился Караваджо. Объясню, почему. Начнем с первого варианта. Увидев эту картину, Станиславский наверняка бы сказал «не верю». И был бы прав. В такой позе, как у Юдифь, даже селедку не разделать. В картине нет экспрессии. Чувствуется, что художник заставил своих моделей застыть в нужных ему позах, а затем срисовывал их, в то время как они лишь обозначали некое действие, нисколько в нем не участвуя. Что касается второго варианта, то он еще менее убедителен. В момент, когда Юдифь наполовину отрезала голову Лоферну, служанка вдруг что-то ей говорит, и та задумывается. Очень подходящее выбрала для этого время. Судя по всему, Караваджо был не слишком хорошим психологом. Он не понимал людей, живя в своем мире, мире крайнего индивидуалиста. Зато оригинальности в пластических и живописных решениях ему было не занимать. Форму он чувствовал как никто. И эта картина, при всех ее недостатках, имела огромный успех. Да и сегодня многие ценители искусства причисляют ее к шедеврам. Караваджо стал знаменитым и теперь жил в доме богатого банкира и собирателя искусства Чириако Монтеи, который купил его гадалку.
А отношения Караваджо с его другом сердца Марио Минетти стали напряженными. Вероятно, из-за того, что Марио влюбился в девушку. И это было невыносимо для Караваджо. После очередной серьезной ссоры они окончательно разругались. Марио женился на этой девушке и уехал на Сицилию, подальше от строптивого любовника. В 1599 году церковь Сан-Луиджи деи Франчези заказала Караваджо оформление своих интерьеров сценами из жизни святого Матфея. Вот первая из этих картин – «Призвание апостола Матфея». В ней Караваджо изобразил момент из евангельской истории, когда Иисус, проходя по городской площади, увидел на ней человека, занимающегося сбором податей на своем рабочем месте. Человека звали Матфей. Иисус обратился к нему: «Следуй за мной». И Матфей бросил свои дела и последовал за Христом, впоследствии став одним из 12 апостолов. На своей картине Караваджо изобразил это как сцену из современной жизни, о чем свидетельствуют костюмы персонажа. В тени за столом идет подсчет дневной выручки от налоговых сборов в присутствии охранников, молодых людей, одетых по последней моде. Матфею в его подсчетах помогает старик в очках. В этот момент в подвальное помещение входит Иисус с апостолом Петром. Охранники повернули головы в сторону вошедших. Иисус, находящийся за Петром, в самом правом углу картины, повелительным жестом указывает на Матфея, призывая его идти за ним. И удивленный Матфей как бы переспрашивает, указывая на себя: «Это вы ко мне?» Правда, существует мнение, что Матфей – это не тот бородатый мужчина, а юноша рядом с ним, который, не замечая Христа, подсчитывает деньги. Самое удивительное в этой прихотливо организованной композиции фигур – это продемонстрированное художником искусство владения приемом хиароскуро, то есть избирательным распространением света от источника. Здесь свет, идущий из верхнего окна, освещает сидящих за столом, в то время как фигуры вошедших остаются в тени. Свет выхватывает лишь профиль Иисуса, тонкую кисть его протянутой руки, желтый плащ святого Петра. Все это придает живописи Караваджо особую выразительность. В картине «Мученичество апостола Матфея» художник концентрирует взгляд зрителя на фигуре убийцы и распростертом на полу апостоле. Здесь, на глазах у собравшихся, происходит страшное по своей жестокости преступление. А люди взирают на это с любопытством, и никто даже не пытается защитить несчастную жертву. На заднем плане среди свидетелей Караваджо изобразил самого себя. В отличие от других картин, сосредоточенных в частных собраниях, эти висели открыто в церкви, доступные всеобщему вниманию. Весь Рим их увидел, и именно с этого момента началась настоящая слава художника. Другие церкви, увидев это, обратились с заказами Караваджо на оформление своих интерьеров. Среди прочих замечательных картин выделяется картина «Обращение Савва», считающаяся величайшей вехой в истории мировой живописи. В ней соединяется реализм изображения с неожиданной композицией, удивительным ракурсом, который интригует зрителя, заставляя его внимательно рассматривать полотно, чтобы понять происходящее в деталях. Это такой прием в искусстве, который впоследствии получил название «остраннение» от слова «странность». Вот эта странность, необычность подхода к изображению вызывает повышенный интерес к нему со стороны зрителя, стимулирует активность его внимания. А вот картину «Успение Богоматери» монахи брать отказались, потому что в качестве модели для нее Караваджо вновь пригласил проститутку, известную римскую блудницу по имени Элен. Покупателей на эту картину долго не находилось, пока ее не увидел великий фламандский живописец Рубенс и не посоветовал приобрести ее мантуанскому герцогу Винченцо Гонзага. А это другая картина, отвергнутая церковниками, «Мадонна ди Лоретто», для образа которой художник вновь пригласил в качестве модели куртизанку Элен. Всех возмутило слишком открытое декольте непорочной девы и, конечно, грязные пятки поклоняющегося ей пастуха. Такой прозы жизни видеть в церковных картинах еще не приходилось. А вот еще одно удивительное произведение Караваджо – «Поцелуй Иуды», которое он написал в 1602 году. Иуда привел стражников в Гефсиманский сад, договорившись с ними, что тот, кому он подойдет и поцелует, и есть Иисус, которого надо арестовать. Этот сюжет разрабатывали многие, почти все художники Возрождения, и там есть немало шедевров. Но только у Караваджо этот момент получился по-настоящему трагичным по своему наполнению. Это и общая экспрессия фигур и движений, и страх, который внушают решительные стражи в сверкающих латах. Но прежде всего, это глубокая скорбь и почти растерянность Христа при виде такого откровенного предательства со стороны Иуды. И самое главное для меня в этом полотне, воплощенный в фигурах Христа и Иуды, вечный конфликт между высоким и низким, между бескорыстием и предательством, между интеллигентом и жлобом.
В облике Иуды воплощен яркий образ жлоба. И в том, как он загробастал учителя своими ручищами, и в его грубом, плотоядном лице, во взгляде, в котором смешался страх быть разоблаченным, и скрытое злорадство торжествующего хама. История этой картины также весьма драматична. В XVIII веке она исчезла и считалась навсегда утерянной. Ее новое рождение произошло только в 1990 году. До этого она висела в Ирландской национальной галерее и считалась копией с подлинника голландского художника Герарда Хорнхорста. Так продолжалось до того момента, пока известный реставратор Серджио Бенедетти не опознал в ней подлинник Караваджо. И доказал это при помощи самых современных средств анализа и экспертизы. Теперь эта картина продолжает висеть в Дублинской галерее, но теперь уже под именем ее подлинного автора. В июле 1607 года Караваджо неожиданно отправляется на остров Мальту, в его столицу Ля Валетту. И здесь он пишет заказную картину «Святой Иероним». Это полотно так понравилось великому магистру мальтийского ордена Алофу де Виньякуру, что он заказал художнику свой портрет. Этот портрет впоследствии очень высоко оценил знаменитый французский художник Эжен Делакруа. Караваджо пользовался большим покровительством великого магистра Мальты и в 1608 году стал кавалером мальтийского ордена, без права ношения мальтийского креста, так как не был дворянином. По заказу великого магистра он пишет картину «Усекновение головы Иоанна Крестителя». И опять перед нами предстает жуткое зверство в присутствии свидетелей. Художник в очередной раз доказывает нам, что люди в массе своей беспринципны и малодушны. Праведников среди них единицы, и когда злодеи с ними расправляются, все остальные малодушно молчат и мирятся со злом. И сегодня такое происходит постоянно. Однако даже на Мальте, в окружении благонастроенных к нему людей, Караваджо не смог удержаться от проявлений своей бешеной натуры и кого-то ранил в ссоре. За это он был посажен в тюрьму и заключен в каменный мешок. Каким-то образом ему удалось оттуда бежать. И в октябре 1608 года он отправился на остров Сицилия, в город Сиракузы, где в то время проживал вместе с семьей его сердечный друг Марио Минитти. Тот оказал ему содействие и помог связаться с настоятелями церкви Святой Лючии. По их заказу Караваджо написал картину «Погребение Святой Лючии». Святая Лючия считается покровительницей города Сиракузы, поэтому интерес к картине Караваджо был здесь чрезвычайным. И всех удивила композиция этой картины. Такое впечатление, как будто бы происходящее на ней подсмотрено из-за спин землекопов, стоящих на переднем плане. Это очень напоминает картины французских реалистов XIX века, прежде всего Курбе. Но это лишь доказывает, что французские реалисты испытывали сильное влияние Караваджо. Затем Караваджо переезжает в Мессину и здесь создает заказное полотно «Воскрешение Лазаря». История создания этого полотна весьма одиозна. Для выполнения этой работы под мастерскую художника было ему предоставлено обширное помещение при госпитале Братства Крестоносцев. Караваджо приказал своим помощникам откопать на кладбище недавно похороненное там тело молодого человека, принести его в мастерскую и раздеть. Затем он приказал своим натурщикам встать в нужную мизансцену и взять за руки труп, который начал разлагаться. Натурщики в ужасе отказались от этого. И тогда, придя в ярость, Караваджо достал кинжал и стал угрожать, что он зарежет их, если они не выполнят его требования. И испуганные натурщики вынуждены были подчиниться безумствам своего хозяина. В своем стремлении достичь достоверности Караваджо не знал предела. Этот инцидент напомнил мне случай с горящей коровой, произошедшей на съемках картины Андрея Рублев. Андрей Тарковский, который обладал сходным взглядом на творчество с Караваджо, считал, что художнику для воплощения его замысла дозволено переступать через человеческие гуманные и моральные запреты. Этим опровергается утверждение пушкинского Моцарта о том, что гений и злодейство – две вещи несовместные. Очень даже совместные, и такое происходит часто. Знаменитый итальянский мыслитель и психиатр Чезаро Ламброзо считал, что гений и безумец – вещи одного порядка, сходное состояние психики. Гений часто творит бессознательно, подчиняясь наитию. Точно так же ведут себя и сумасшедшие. В отличие от них, талант сочетает в себе природные способности и разум. Это гомо сапиенс, человек разумный. Поэтому с точки зрения человеческого общения талант куда предпочтительнее. Что касается гения, то он, конечно, поражает нас своими открытиями, но лучше от него держаться подальше.
Живя в Мессине, Караваджо пишет такие удивительные полотна, как «Вах», «Портрет Маффео Барберини», «Голова медузы». В конце 1609 года Караваджо направляется в Палермо, где пишет картину «Рождение Христа» с Лаврентием и Франциском. Эта картина была украдена в 1969 году и до сих пор не найдена. Из Палермо Караваджо Меризи возвращается в Неаполь, где его встречают как знаменитость. Его приглашают в богатые дома, заказывают картины, хотят все с ним дружить. Это, можно сказать, самый комфортный период в жизни Караваджо, правда, очень недолгий. Все вечера он проводит в модных питейных заведениях, в шумных компаниях. Но его вздорный характер не заставляет долго ждать своих проявлений. Он затевает ссору с компанией горячих парней. Словесная перепалка переходит в драку, и художника так отделали, что его лицо напоминало сырую котлету. На нем не было живого места. Он долго выходил из тяжелого состояния. Его зрение резко ухудшилось. Но он продолжал писать, потому что ничего другого делать не умел. Это было главное дело его жизни. Он пишет «Соломею» с головой Иоанна Крестителя, «Отречение апостола Петра» и Иоанна Крестителя, который был излюбленным героем Караваджо на протяжении всей его жизни. Вот первый вариант 1598 года. Этакий беззаботный юноша. А это второй – игрун. Третий – задумчивый. Четвертый – обеспокоенный. Пятый – любопытный. Шестой – ожидающий. И, наконец, последний – предчувствующий беду. А на картине Давид с головой Голиафа, в образе Голиафа, художник изобразил самого себя. Это его автопортрет после жестокого избиения и тяжелого предчувствия смерти, который постоянно витает над ним. В июле 1610 года кардинал Гонзаго начал переговоры с римским папой Павлом V о помиловании Караваджо. Узнав об этом, Караваджо решил перебраться поближе к Риму и там ожидать официального помилования. С этой целью он нанял филюгу, лодку с парусом, и отправился на ней из Неаполя. Но филюга была остановлена стражниками крепости Пало, а сам Караваджо задержан. Филюга уплыла, а Караваджо через какое-то время отпустили, и он вынужден был пешком добираться до Рима. Дошел он до городка Порто-Эрколи, а здесь его свалил недуг. Он так плохо себя почувствовал, что свалился в горячке в ближайшей таверне. Несколько дней он пролежал в бреду в какой-то комнатухе и после этого скончался. Это произошло 18 июля 1610 года. А 31 июля в Риме был обнародован вердикт папы о помиловании Караваджо. И в этот же день опубликовано сообщение о смерти художника. Искусство Караваджо оказало огромное влияние и не только на итальянских, но и на всех европейских художников 17 века, из которых можно назвать Рубенса, Йорданса, Жоржа де Латура, Сорбарана, Веласкеса, Рембрандта. В Европе появилось множество последователей и подражателей Караваджо, которых называли караваджистами. Они появились практически во всех странах, где существовала живопись. Личность художника, в которой соединились великий художественный дар и нрав убийцы, а также его необыкновенная биография, в которой плотно переплелись искусство и преступления, всегда привлекали к себе внимание писателей и кинематографистов. О художнике снято 4 фильма. Первый в 1986 году в Англии режиссером Дериком Джарменом. Он назывался «Караваджо». А в 2007 году в Италии был снят сериал «Караваджо» – подробнейший рассказ о жизни художника. Режиссер Анджело Лангони. Производство Италии, Франции, Германии и Испании.
И, наконец, в 2018 году режиссер Ламберт Хесус снял в Италии картину «Караваджо. Душа и кровь». People say there is no need to reproduce reality as it truly is. Perhaps the opposite is true. Reality, like painting, often thrives on deception, or better, on creating illusion. I took the liberty of dropping the name Michelangelo, the name my parents baptized me with. I chose Караваджо. Все из названных мною фильмов обладают своими достоинствами. Но если выбирать, то я рекомендовал бы посмотреть вот эту последнюю картину 2018 года. 12 сентября 1906 года в Санкт-Петербурге родился Дмитрий Шостакович, один из крупнейших композиторов 20 века, создавший мощный портрет своей эпохи, в которой отразились трагические страницы времени. Одни его произведения волнуют нас своим драматизмом, другие вызывают злой смех своей саркастичностью. Шостакович отличался от большинства своих коллег и современников тем, что сочетал в себе и творца, и гражданина. Человека с обостренным чувством справедливости, который в самые критические моменты жизни не терял ни совести, ни человеческого достоинства. Поэтому мы говорим о нем как об одном из самых значительных явлений музыкального искусства 20 века. Признаюсь, что я с детства не любил Шостаковича. Я был воспитан на красивых мелодиях и гармониях Моцарта, Бетховена, Чайковского, Рахманинова. А когда по радио передавали симфонии или квартеты Шостаковича, то эта музыка казалась мне уродливой. Слушать ее не доставляло никакого удовольствия. Мне не нравилась песня Шостаковича «Родина слышит, Родина знает». Когда она звучала, я выключал радио. Что касается знаменитого романса из фильма «Овод», все считали эту музыку очень красивой, а у меня она вызывала такое же отторжение, как полонез Огинского. Что касается его фашистского марша из Ленинградской симфонии, то я знал его наизусть. Музыка создавала стойкий образ страшной, безжалостной силы. Производила сильное впечатление. Но она не была красивой, так мне казалось. И слушать мне ее было некомфортно. Она была только привязчивой, не более того. Я был воспитан на красивой музыке. Постепенно с годами я избавлялся от таких ориентиров и установок. И от этого мой музыкальный мир необычайно расширился. И прежде всего это произошло благодаря кинематографу. Конечно, я сразу запоминал красивую музыку в кино и пытался подобрать ее на пианино. Но самое сильное впечатление на меня производили моменты, которые вызывали страх, ужас, когда героям грозила опасность, когда появлялась всякая мистика, всякая чертовщина. И этому способствовала, конечно, музыка, сопровождавшая эти эпизоды. В ней не было красоты, но зато в ней была экспрессия. Она пугала. Когда я повзрослел и сам стал заниматься режиссурой, то понял, что в моих постановках не все должно вызывать у зрителей светлые романтические чувства. Некоторые моменты, сцены должны были вызывать у зрителей дискомфорт. Они должны его пугать. И тогда я понял, что без такой музыки, как Шостакович, Прокофьев, Стравинский, Онегер, Пендерецкий, мне не обойтись. Эта музыка обладала экспрессивностью, которая воздействовала на чувства. Она вызывала иногда негативные чувства, пугающие, но очень сильные. Она была необходима для таких эпизодов. Конечно, не все произведения этих композиторов я пошел бы слушать в большой зал филармонии, но как сопровождение к отдельным моментам моих постановок она была необходима. Перехожу к рассказу о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче. Его отец Дмитрий Болеславович Шостакович, родившийся в Иркутске в 1875 году, закончил Санкт-Петербургский университет и служил в палате меры весов, созданной Менделеевым. А мать, Софья Васильевна Какаулина, закончила Санкт-Петербургскую консерваторию и была профессиональной пианисткой. Ее брат,
который учился в университете вместе со старшим Шостаковичем, познакомил с ним свою сестру, и в 1903 году они поженились. В октябре того же года у них родилась дочь Мария, а в сентябре 1906 года родился сын, которого, как и отца, назвали Дмитрием. В 9-летнем возрасте Дмитрий поступил в коммерческое училище. Это же время связано с первыми сильными музыкальными впечатлениями мальчика. После посещения Мариинского театра, где давали оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», он заявил родителям, что хочет всерьез заниматься музыкой. Первые уроки музыки Дмитрий получил от матери. Затем занимался с известным педагогом Глясером. Тот дал ему основы хорошей фортепианной школы, но запрещал заниматься сочинительством. Из-за этого 12-летний Дмитрий потребовал от родителей, чтобы его сочинение показали ректору Петроградской консерватории Александру Константиновичу Глазунову. Глазунов послушал музыку юного Шостаковича в исполнении автора и очень лестно отозвался о таланте молодого композитора. Это произошло в 1918 году, а через год Дмитрий поступил в консерваторию на композиторское и дирижерское отделение. Вскоре записался фортепианный класс Леонида Николаева, знаменитого педагога, где он занимался вместе с будущими великими пианистами Марией Юдиной и Владимиром Софроницким. Учился Шостакович с особым рвением, несмотря на трудности того времени. Первая мировая война, революция, гражданская война, голод и разруха. В консерватории не было отопления, плохо ходил транспорт. Многие студенты не выдерживали, бросали музыку, не посещали занятия. Однако не Шостакович. Его можно было ежевечерне почти видеть на концертах Большого зала филармонии, который вновь открылся в 1921 году. Но тяжелая жизнь, полуголодное существование привели к сильному истощению Дмитрия. А в 1922 году умер его отец, и семья оказалась в крайне трудном материальном положении. Сам Шостакович перенес через несколько месяцев тяжелую операцию, едва не стоившую ему жизни. Выйдя из больницы, даже не оправившись от болезни, он устроился работать пианистом-топером в кинотеатр. И об этом периоде жизни композитора мы с моим партнером, композитором Алексеем Заливаловым, с которым вместе делали авторскую программу «От форта до пьяна», сделали видеорассказ, который я хочу предложить вниманию своих зрителей. Я думаю, что свой главный импульс юмор Шостаковича получил от кино. Ведь в молодости Шостакович подрабатывал топером в кинотеатрах. Да, тогда ведь кино было немое. И каждый сеанс сопровождали музыканты-импровизаторы. О, я представляю, какие это были импровизации. Вот уж где проявилось подвижное Шостаковичево озорство. В полной мере. К сожалению, никаких записей не осталось. Мы можем только догадываться. Да, ну что ж, нам с тобой остается лишь самим стать на несколько мгновений топерами и попробовать поимпровизировать под кадры немого кино. О, в стиле Шостаковича. В стиле Шостаковича. А, ну попробуем. В 1923 году Шостакович окончил консерваторию по классу фортепиано, а в 1925 по классу композиции, и его дипломной работой стала «Первая симфония». Ее премьера состоялась 12 мая 1926 года, и этот день Шостакович праздновал как день своего рождения. Услышав эту симфонию, немецкий дирижер Бруно Вальтер, ученик Густава Малера, попросил, чтобы Шостакович прислал ему в Берлин партитуру.
и берлинская премьера состоялась 22 ноября 1927 года. Вслед за этим в Германии ее исполнил дирижер Отто Клемперер, а в Америке Леопольд Стаковский и Артура Тосканини в 1928. Таким образом, молодой композитор стал известен на весь мир. После первой своей симфонии 20-летний композитор заявил на весь мир о том, что на Земле появился новый музыкальный гений, чрезвычайно богатый музыкальными идеями и блестяще владеющий выразительными средствами симфонического оркестра. Конечно, будучи школьником, я еще не мог понять все силы этой музыки, потому что она вызывала более сложные чувства, чем те, которые были доступны композиторам и слушателям золотой поры XIX века. Эта музыка обладает большими степенями свободы выражения. Если раньше я получал удовольствие от красоты гармонии и мелодии, то теперь с не меньшим удовольствием следил за движением прихотливой мысли современного композитора, которая вызывала у меня более сложные чувства. У этой музыки есть своя особая красота, до которой нужно дорасти. По традиции, идущей от Рубинштейна, Рахманинова и Прокофьева, Шостакович хотел продолжать свою профессиональную деятельность и как композитор, и как концертирующий пианист. В 1927 году на первом международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве он получил почетный диплом. А я хочу показать молодого Шостаковича, который играет свой первый фортепианный концерт в 1933 году. Это такой же хулиганский концерт, как и первый концерт Сергея Прокофьева, который тот сочинил в 1911, шокировав весь преподавательский состав Санкт-Петербургской консерватории. Итак, первый фортепианный концерт Шостаковича играет Симфонический оркестр Ленинградской филармонии под управлением Фрица Штидри, за роялем автор. В 20-е годы в Советском театре осуществляются смелые новаторские идеи. Лидерами этого нового театра являются Маяковский и Мейерхольд. Конечно, к своим постановкам они не могли не привлечь молодого, но уже знаменитого композитора-новатора Дмитрия Шостаковича. Он сочинил музыку к спектаклям «Баня» и «Клуб». Увы, аудиозаписи этой музыки не сохранились. Но примерно в то же время Шостакович сочиняет свою оперу «Нос» по повести Гоголя. В ней соединилось сильное влияние комической оперы Мусоргского «Сорочинская ярмарка» с новыми новаторскими идеями молодого композитора. Кстати, большую часть либретто для этой оперы сочинил он сам. Премьера оперы состоялась 18 января 1930 года в Московском малом оперном театре. Опера была встречена шквалом критики, издевательскими рецензиями. На представлениях публика шикала, свистела, ругалась. Поэтому опера выдержала лишь несколько представлений и была снята с репертуара под давлением общественного мнения. На самом деле опера прекрасна. И особенно прекрасна ее издевательская интонация над консервативными, заскорузлыми, мещанскими вкусами оперной публики. Доброго дня желаю любезному другу и благодетелю Иоанну. Иоанна, Митю, вы, как я вижу, устали.
потому что ваша раненая нога мешает. Моя нога. Я вам доложу о себе, любезнейший друг и благодетель. Иоаннович, что я делывал на веку своем, или такие походы? Я расскажу вам, каким манером мне перелезть через забор канай карбашенькой нетке. Нет, тут не на шутку сатана вышел. Судно право, а дай понюхать табачку. С появлением звукового кино Шостакович начинает писать музыку для фильмов. Но об этой стороне его творчества я буду говорить несколько позже. В начале 30-х, когда самому Шостаковичу еще нет 30, сравнивая этот период его творчества с более поздним, можно сказать, что молодой композитор еще нуждается в обретении не только творческой, но и гражданской зрелости. Об этом свидетельствует его две симфонии. Вторая, которая названа «Симфоническое посвящение Октябрю» на стихи поэта Безыменского, и третья, «Первомайская» на стихи Семена Кирсанова. Слушая сегодня эти симфонии, представляешь жизнь той страны, миллионы которой томятся и гибнут в ГУЛАГе, а другая часть населения ничего не хочет об этом знать и, прославляя своего вождя, мечтает о мировой революции. А вот и другой Шостакович. В 1934 году в Ленинграде состоялась премьера новой оперы Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда по повести Лескова. Опера сразу была встречена с интересом ленинградской общественностью и нашла горячих поклонников. Однако примерно через полтора года, 28 января 1936, в газете «Правда» была напечатана разгромная статья «Сумбур вместо музыки» об этой опере. Позиция статьи была инспирирована лично Сталиным, который на встрече с представителями советской интеллигенции высказал свое негативное мнение о музыке Шостаковича, которая где непонятна народу. Под народом Сталин понимал самую многочисленную и самую невежественную часть населения, вкусы которой разделял он сам и все партийные и советские начальники. Конечно, музыка Шостаковича отличалась от привычной музыки Чайковского или Римского-Корсакова. Но музыка, как любое искусство, нуждается в развитии. Она ищет новые пути, новый язык и таким образом воздействует на аудиторию, меняя ее сознание и вкусы. Подобно тому, как в науке новые открытия меняют мировоззрение научной аудитории. Но для того, чтобы воспринять эти открытия, нужна специально подготовленная аудитория. Хороша, ей-богу, ей-богу, хороша.
Война с Германией застала Шостаковича в Ленинграде. Находясь в первые месяцы блокады в городе на Неве, он стал сочинять свою седьмую симфонию, получившую название «Ленинградской». Ее премьера состоялась в эвакуации на сцене Куйбышевского театра оперы и балета 5 октября 1942 года. А 29 октября она прозвучала в колонном зале Московского Дома Союзов. А 19 июля ее премьера состоялась в Соединенных Штатах Америки. Оркестром управлял Артуро Тосканини, и радиопремьера транслировалась на весь мир. А 6 августа 1942 года она была исполнена в блокадном Ленинграде. Организатором и инициатором этого исполнения стал дирижер оркестра Ленинградского радио Карл Элиасберг. Это было большим событием для блокадного Ленинграда и его жителей. Полторный фокус фонтаном, небольшое. В 1943 году Шостакович переезжает в Москву. Это было связано с объявленным конкурсом на создание нового гимна страны вместо прежнего «Интернационала». В стране возникла новая идеология по инициативе Сталина. Вместо интернационализма победил национализм. В связи с этим был восстановлен орден Александра Суворова. Даны послабления православной церкви и многое другое. Сталину был нужен новый патриотический гимн. И к этой работе были привлечены лучшие поэты и композиторы страны. Конкурс проходил в 1943 году. Комиссию по созданию гимна возглавлял нарком обороны Климент Ворошилов. Свои тексты для гимна предложили 19 поэтов, в том числе Лебедев-Кумач, Гусев, Тихонов, Антокольский, Исаковский, Долматовский. Главным призом для композиторов-участников была премия в 100 тысяч рублей. Плюс 4 тысячи за каждый новый вариант гимна. Всего участвовали в конкурсе 170 композиторов, которые предложили 223 варианта гимна. Прослушивания гимна шли в Бетховенском зале Большого театра вплоть до 16 ноября, когда в последний тур вышли три варианта гимна. Александра Александрова, Иосифа Туския и совместный вариант Шостаковича Хачатуряна. Наконец, 14 декабря 1943 года решением Политбюро ЦК ВКПБ был утвержден вариант Александра Александрова на стихи Сергея Михалкова и Эли Регистана. Текст гимна правил лично Иосиф Сталин у себя на даче. Утверждение этого гимна связано для меня с очень знаковым эпизодом. После того, как Политбюро приняло вариант Александрова-Михалкова, было решено сделать мощную оркестровку, которая стала бы эталонной для исполнения всеми оркестрами мира.
Оркестровка была поручена самому маститому аранжировщику страны, профессору консерватории Сергею Никифоровичу Василенко, который был учителем для Александрова, Хачатуряна и для многих других известных советских композиторов. Наконец настал день, когда члены Политбюро во главе со Сталином услышали эталонный вариант гимна в присутствии всех участников конкурса. Когда прозвучал утвержденный гимн, Сталин был несколько разочарован. В первый раз, сказал он звучал как-то мощнее. Его поддержал Климент Ворошилов. И тогда со своего места вскочил побледневший автор музыки Александр Александров и заорал. Это было сделано намеренно. В наши ряды затесался скрытый немецкий агент Василенко, который по заданию своих гитлеровских заказчиков специально ослабил звучание гимна, чтобы снизить его впечатление на союзников по антигитлеровской коалиции. Даже членов Политбюро, все повидавших, озадачило такое заявление. Это был прямой открытый донос трусливого карьериста на своего товарища. По таким доносам тысячи людей отправлялись в лагеря и на расстрел. Такое выступление представителя искусства, науки, прессы, техники было типично для советского человека сталинского и послесталинского времени. И тогда из своих рядов вперед выскочил Шостакович. Заикаясь от волнения, он обратился к Александрову. «Что вы несете, низкий вы человек? Да как вам не стыдно обвинять благороднейшего Сергея Никифоровича, который являлся вашим учителем? Да это самый лучший аранжировщик и симфонист нашей страны, которого уважают во всем мире. Второго такого нет. А то, что гимн не произвел впечатления, да там надо просто усилить отдельные партии инструментов, и все. И никакой гикер здесь ни при чем. А вы низкий человек, мне стыдно за вас». Вот примерно такую отповедь дал Шостакович Александрову по воспоминаниям очевидца. И это произвело впечатление даже на Сталина, которого удивила бесшабашная смелость этого хлипкого, заикающегося интеллигента-очкарика, который грудью встал на защиту товарища. В результате не было сделано никаких оргвыводов, и в помощь Василенко для улучшения аранжировки был назначен его ученик Рогаль Левицкий. А для меня поступок Шостаковича является примером для подражания. И я уважаю этого человека как гражданина в не меньшей степени, чем как композитора. В 1945 году, после окончания войны, Шостакович написал свою девятую симфонию. В 1946 году ему была присуждена сталинская премия, а в 1948 вышло постановление Политбюро ЦК, в котором Шостакович и некоторые советские композиторы обвинялись в буржуазном формализме, декаденстве и в пресмыкательстве перед Западом. Результатом травли, последовавшей вслед за постановлением, стало увольнение Шостаковича из Московской и Ленинградской консерватории, где он обучал молодых композиторов. Этому увольнению предшествовали инспирированные сверху коллективные письма студентов обеих консерваторий, в которых те обвиняли профессора в профессиональной некомпетентности. Надо сказать, что в Ленинградской консерватории одним из инициаторов и активистов по сбору подписей был студент Олег Каравайчук. Об этом я узнал вместе со своим коллегой, режиссером Виктором Аристовым и композитором Аркадием Гагулашвили от заведующего музыкальной части киностудии «Ленфильм» Исаака Давидовича Гликмана, старейшего профессора Ленинградской консерватории и близкого друга Шостаковича. После этого я, конечно, не мог ни с каким уважением относиться к коллегу Каравайчуку, о котором говорил в 57-м выпуске «Дома культуры». Ответом Шостаковича на преследование со стороны властей стала его пародийная опера «Антиформалистический раёк» на собственный текст, в которой он высмеивал официальную точку зрения на формализм и высказывание Сталина и Жданова об искусстве. Мы с композитором Алексеем Заливаловым поставили фрагмент из этой оперы для нашей телевизионной программы «От форте до пьяно», и я продемонстрирую ее позже в нашей рубрике «Апропо». Шостакович пережил и потерю работы, и травлю со стороны советских мракобесов. Он был человеком с упрямым, независимым характером. Но его талант, известный во всем мире, нельзя было долго держать в заперти. И в 1950 году к нему обратились власти новой Германской Демократической Республики с приглашением приехать в город Лейпциг для участия в качестве члена жюри в конкурсе имени Баха. Сталин счел неразумным препятствовать выезду автора Ленинградской симфонии в Германскую Демократическую Республику. Так Шостакович оказался в Лейпциге. Город произвел на него сильное впечатление и своей атмосферой, и музыкой Баха. И по возвращению в Москву, под впечатлением от этой поездки, он приступил к сочинению 24 прелюдий и фуг для фортепиано. Thank you.
Как композитор кино, Шостакович имел свои взлеты и падения, которым не придавал никакого значения. Когда я был студентом высших курсов сценаристов и режиссеров, нам показывали один из первых звуковых фильмов советского кино 1931 года режиссеров Козинцева и Трауберга с музыкой Шостаковича. Фильм назывался «Одна». Я назвал жанр этого фильма как советский сюрреализм. В нем содержится попытка авторов создать несуществующий мир, каким они его хотели бы видеть, пропитанный насквозь советской идеологией. И Шостакович был в этом ряду одним из больших энтузиастов. Вот один из фрагментов фильма, который сегодня воспринимается как пародия, хотя делался на чистом оптимистическом глазу. А музыка Шостаковича к фильму «Встречный», вернее, песни из него, стала эмблемой советской страны. Нас утро встречает прохлада, нас ветром встречает тревог. Кудрявые, что ж ты не рада, веселым пенью пока. Не спи, вставай, кудрявая, слегка. А вот сладкий романс из фильма «Овод», который стал любимейшей музыкой для тысяч, а может быть даже миллионов людей, равный по популярности с полонезом Огинского. Выслушай меня, Артур. Ты еще юн, силы твои не окрепли, но душа твоя пламенна и чиста. И я молюсь о том, чтобы никогда не угасала в тебе забота несчастных обездоленных. Ибо сказано, сердце разбитое, сокрушенное, не отвергай. Падре, как мне всегда легко и радостно с вами, мой духовный отец. Вы же знаете, дома я одинок. Своего брата я не люблю, особенно его жену. Вы единственный человек на свете, который остался у меня после смерти матери. Ты ведь знаешь, что и у меня никого нет в мире, кроме тебя. Ты для меня как сын. Ты свет очей моих. Радость сердца моего. Лично я считаю большим достижением музыку Шостаковича к фильму Козинцева «Гамлет». Мрачная симфония, сопровождающая весь фильм, создает впечатляющую звуковую атмосферу зрелища, глубоко погружающего в себя зрителя. Смотрите, принц! Вот он! Святитель небесный, спаситель! Он, вот он знак, чтобы с ним ударились, как будто что-то хочет сообщить вам одному. Смотрите, как упорно! Он вас зовет подальше в глубину! Но не ходите! Ни за что на свете! А здесь он не ответит. Ступай, иду! Не пустим! Руки прочь! Опомнитесь, не надо! Это голос моей судьбы! Дорогу, господа! Я духом превращу вас, только тройки! Прочь, сказано!
Из произведений Шостаковича, сочиненных им в 50-е годы, я больше всего люблю второй фортепианный концерт, вторая часть которого «Анданте» стала общепризнанным музыкальным шедевром. Проникновенность этой музыки сразу воздействует на слушателей при первом же прослушивании. Эта музыка стала чемпионом по количеству использований в документальных и игровых лентах, безотказно завладевая чувствами зрителей. В последние годы жизни Дмитрий Шостакович сильно болел, страдая от рака легких и от сложного заболевания, связанного с поражением ног. Он умер в Москве 9 августа 1975 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Заключая разговор о Дмитрии Шостаковиче, я хочу сказать, что это был великий композитор, который изменил мир музыки своими музыкальными идеями. Отразил трагические события 20 века в своих произведениях, которые потрясли чувства миллионов людей на всей планете. Возвращаюсь к печально известной странице советской истории, связанной с травлей композиторов-формалистов, и покажу обещанный фрагмент из авторской телевизионной программы «От форте до пьяно». Мы в гостях у хозяина нашей музыкальной рубрики, композитора Алексея Заливалова. Итак, Алексей, о чем пойдет речь сегодня? Мне хотелось, чтобы мы повели речь по такому вопросу, как управление музыкой. Управление музыкой? Не понимаю. Ну, как ты считаешь, возможно ли управлять музыкой? Конечно. Существует даже такая профессия, дирижер. А, ну, дирижер, он дирижирует оркестром. Так. А я имею в виду управление музыкой. Ну, это когда композитору, например, дается указание, так, как ему сочинять музыку. Когда говорится,
какая музыка нужна людям или какая не нужна. Ну, это бред сивой кобылы, глупость. Ну, конечно, глупость. Если бы не приказы, если бы не постановление. Сегодня, кстати, исполняется 49 лет со дня печально известного постановления партии об опере Мураделли «Великая дружба». Ну что ж, заглянем на полвека назад. Если б Сталина родного я бы в жизни повстречал, я бы Сталину родному другу нашему сказал: дорогой товарищ Сталин, вождь Великой Октября, это вы мне счастье дали, люди вы вели меня. Это вы мне счастье дали, люди вы вели меня. Все мы пойдем к Богу твоим делам. Такие песни с утра до вечера звучали по радио, с концертной эстрады, в фильмах и спектаклях. Сам Иосиф Виссарионович был неравнодушен к музыке. Он предпочитал народные песни, и особенно грузинскую «Сулико». Решив раз и навсегда разобраться с извращениями в советской музыке, он написал в Центральный комитет записку, в которой сделал короткий анализ положения в музыке и сформулировал требования к советским композиторам. Реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. За этим последовали поиски врагов народа, их травля, карикатуры в журналах и газетах, публичное самобичевание знаменитых композиторов. А Дмитрий Шостакович, придя домой с очередного совещания деятелей культуры, решил отомстить своим партийным критикам. Ему это удалось. Он положил их речи на музыку, и так родилась маленькая опера-гротеск под названием «Антиформалистический раек», за которую композитору могла грозить самая крутая расправа. Поэтому долгие годы он скрывал это свое сочинение. И вы еще раз можете убедиться в том, что смех побеждает страх, уничтожает величие тиранов, и что Шостакович, помимо своих всех прочих достоинств, обладал исключительно оригинальным чувством юмора. Товарищи, реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Спрашивается, почему реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Народные композиторы пишут реалистическую музыку, потому, товарищи, что являюсь по природе реалистами. Они не могут не писать музыку реалистическую, а антинародные композиторы, являясь по природе формалистами, не могут не писать музыку формалистическую. Задача следовательно заключается в том, чтобы народные композиторы развивали б музыку реалистическую.
а антинародные композиторы прекратили бы свое более чем сомнительное экспериментирование в области музыки формалистической. Прежде чем завершить 70-й выпуск нашей программы, я хочу поблагодарить тех, кто оказал поддержку нашему каналу, и обратиться к тем, кто собирается это сделать. На ваших экранах под видеоизображением приведены ссылки, открыв которые, вы легко сможете послать денежный перевод на мой личный кошелек в платежной системе PayPal. Нам нужна ваша поддержка. Не забывайте ставить лайки и подписаться на канал, кто этого еще не сделал. Ну а теперь мне остается лишь пригласить вас стать гостями нового 71-го выпуска программы «Дом культуры» Юрия Мамина.